Самое доброе утро, друзья. Оль, вот ты ведь знаешь, я люблю море очень сильно. Все, вот водичка, песочек, соленый воздух. Класс. Димочка, боюсь, что с теплом и песочком нужно немножко подождать. А вот соленый воздух, откройте весь секрет, можно найти у нас в Ярославле. Дело в том, что наш корреспондент Диляра Байбикова побывала в соляной пещере и рассказала мне о своих впечатлениях. И как там ей? Знаешь, она сказала, будто бы на море отдохнула. Смотрим. Самого доброго утра, друзья! Всем известно выражение «соль – это белая смерть». А сейчас, внимание, вопрос. Есть целая комната, наполненная солью, и она полезна для человека. Что это? Волшебство? Нет. Соляная пещера. Повышение иммунитета, восстановление сна, нормализация обмена веществ, омоложение кожи – все эти чудеса творит соляная пещера. Ваша задача – сидеть и глубоко дышать. Лариса Владимировна, правда ли, что эта маленькая штучка отвечает за всю соляную пещеру? Да, это штучка, как вы называете, галогенератор последнего третьего поколения, который воссоздает микроклимат в соляной пещере, схожий с микроклиматом соляных пещер горных, а также соляной климат Мертвого моря. 10 сеансов, которые проходят наши посетители оздоровительные, соответствуют 3 неделям на Мертвом море. Эффект потрясающий. Загружаем хлорид натрия, вставляем в галогенератор. Процесс пошел. За счет химических реакций в пещере образуется облако, которое вдыхают люди. Оно-то и приводит к оздоровлению организма. Ну что, мой сеанс оздоровления начинается. Ну что, друзья, сказать, здесь настоящее царство снежной королевы, но здесь не холодно, здесь абсолютно такая комфортная температура, а внизу под ногами у нас такой красивый белый песочек, он, между прочим, уникальный, специальный, родниковый, его привозят, ничем не пахнет, но ножкам очень приятно. О. Но 40 минут релаксации – это не про меня. Когда в соляной пещере вы не одни, можно придумать активные способы времяпрепровождения и совместить это с оздоровлением. Итак, лепим куличики. В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, вес по 200 грамм с ручонки, кидаемся солью. И даже полкило, должен он бежать и прыгать. Рисуем. Ногами прыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-бах, и нет его. Каждый новенький ребенок. По заказу рисую рисунки, обращайтесь. Там это дыр. Или, например, лижем стену. Это я. Давай. Вот такое веселое занятие мы нашли в соляной пещере. Ну а чего, разве? Мы созданы для того, чтобы релаксировать. Давай. Давай, давай, теперь. Да, так активно я не проводила времени в одном из фитнес-клубов. А теперь расслабляемся. Ну что ж, друзья, всего лишь 40 минут в соляной пещере, а мы столько всего успели. Полизать стену, нарисовать мойдодыры, построить много куличиков, ну и, конечно же, порелаксировать и оздоровиться. Самым добрым утром, друзья, я желаю всем здоровья!